Всем привет! Меня зовут Динара Назырова, я дизайнер-декоратор. И в этом видео я бы хотела с вами поговорить на тему спорта, здоровья, образа жизни, да, моего в том числе образа жизни, потому что часто декораторы, начинающие декораторы, дизайнеры, кто начинает свое дело или начинают как-то самостоятельно двигаться, да, часто задают мне вопрос, а как ты все успеваешь, и как это вообще все получается, да, и выглядеть хорошо, да, и так далее. А мне на самом деле 31 год, выгляжу я считаю, очень неплохо, и часто, очень часто получаю комплименты от мужчин, и вообще от людей, с которыми общаюсь. Вот, и как мне вообще это удается, да, что мне удается? Вести бизнес, вести дела, полностью обеспечивать себя, своего ребенка, путешествовать, ездить. Раз в месяц я обязательно куда-нибудь езжу путешествовать, либо это по России, да, какие-то города, либо это обязательно это вылеты, то есть какие-то, возможно, за границу и так далее. Ну, то есть это какие-то вылеты. Потому что я очень люблю летать, и раз в месяц мне прямо вот необходимо куда-то ездить. Вот. Дальше каждую неделю, каждые выходные я стараюсь ездить по Башкирии, то есть в окрестностях куда-то, в горы, на речки, на озера и так далее. Это обязательная моя программа. Вот. Два раза в неделю я посещаю бассейн, хожу на тренировки в бассейн. Также раз в неделю у меня танцы, это леди дэнс, женские направления. И один-два раза в неделю это сальса, бачата или какие-то такие социальные танцы. Вот, помимо этого всего, также каждое утро я делаю зарядку, обязательно медитацию, либо утром, либо вечером, и обязательно слежу за питанием и стараюсь выпивать, вообще выпиваю 2 литра воды в день. Как мне это удается? С утра обязательно очень важно начать свое утро. Обязательно очень важно с утра проснуться, выпить стакан воды, позаниматься, расслабиться, вдохнуть, выдохнуть, помедитировать и помечтать. И обязательно настроиться на этот день, посмотреть свои планы, посмотреть ежедневник, все спланировать и сделать так, чтобы день стал максимально эффективным. Вот, и обязательно вечером тоже устройте себе какой-нибудь релакс, обязательно помедитируйте, наполните ванну. Я стараюсь это делать тоже каждый день. И вот эти вот простые ритуалы, да, утро и вечер, они неотъемлемая часть моей жизни, и они помогают мне на самом деле находить силы, находить вдохновение, и это очень важно. Очень важно, как вы начнете ваше утро и как вы закончите ваш день. Ну а подробнее о дне, о планировании, о тайминге я расскажу в следующих видео. Надеюсь, вам было приятно со мной пообщаться. Всем чудесного дня. Подписывайтесь на меня ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. Всем пока-пока. Было приятно с вами пообщаться. Ставьте лайк и комментируйте это видео. Пока-пока.